Значит, сегодня в 10 часов утра сотрудники полиции обнаружили косулю, годовалую самца косулю, в районе железнодорожного вокзала. Она обессилила ввиду того, что сильные снежные покровы. Косуле в лесу очень тяжело, корма мало, и она, видимо, вышла в город. Вот. Но так как очень много народу, то есть у нее стрессовое состояние, она обессилила, они ее руками поймали, ну и вот привезли в отдел УВД. Позвонили мне, я приехал. Сейчас мы ждем ветеринара, ветеринар ее осмотрит, и будем ее выпускать в районе заповедника. Как вы нашли косулю? Ехали с работы на занятия, по пути, значит, увидели перебегающую дорогу, обессилившуюся козуль, как косулю ее правильно обозвали. Ну все, до этого слышали по рации, что бегает по городу косуля. Ну, в итоге поймали. Что вы предприняли, то есть как ее поймали? Ну, побежали за ней, загнали в угол, и все, погрузили в машину, привезли до УВД. Что? Полностью нормально, не видит, в принципе, не встречается.